Алекс, милая. Папа. Гордон? Нет. Черт тебя побери, Брин, отпусти ее. Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид или... дашь дочери шанс, которого не было у ее матери. Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери, но характер упрямый, как у отца. Ты еще с ним даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин, в худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее. Но оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно! Согласен, это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь... готовность быть послушной пешкой в руках хозяина. Нет! Не слушай его, Гордон! Ну-ка, доктор Фрейман, вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю, и мы сможем говорить открыто. Не вырывайся. Пап, прости. Алекс, милая. Джуди, что ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Да. Охрана, сюда! Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джуди, доктор Мосман, пожалуйста. Прости, Уоллес. Твое время вышло. Нет. Центр, прошу поддержки. Назначен командир на отделение 1. Быстрее! Папа, держись! Дура! Осторожно, он хочет...